Булату Куджава. Посвящение Исааку Шварцу. Музыкант играл на скрипке. Музыкант играл на скрипке. Я в глаза ему глядел. Я не то чтоб любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежду, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, по чьему благословению я по небу лечу. Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок костер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она.